Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас обзор пустых баночек за последний месяц 2021 года, за декабрь. О, приличный пакет, просто очень приличный. Здесь 29 баночек Oriflame и 2 баночки других производителей. 328 баллов, 20609 рублей по ценам каталога текущего, и по ценам консультанта это 16487 рублей, и на 758 рублей продукция других производителей. Там будет скраб и шампунь, каждый по 379 рублей. Ну что, посмотрим, что мы намыли, съели и так далее. Вот как раз другие производители. Сверху лежит серия In Nature или In Natura, не помню, как правильно читается. Миша помогает. In Nature шампунь стимулирующий и натуральный скраб для тела с маслом органа и малины. Я пробовала этот скраб буквально пару раз, остальное все использовала дочка. А шампунь стимулирующий использовал Миша. Дело в том, что я люблю шампуни Oriflame, я когда пробую какие-то другие, я их просто пробую, но я не хочу даже ими пользоваться на постоянной основе, потому что мне настолько ценен результат моих волос. Но я его пробовала, и на мой взгляд это хороший шампунь, он отлично промывает волосы, то есть у меня не было ощущения тяжести, липкости, то есть продукция достаточно приятная. Вы можете также посмотреть на сайтах, мне на обзор присылали эту продукцию, мне кажется, она достойна внимания. Если вы любите какое-то разнообразие, посмотрите, может быть, чем-то заинтересуетесь. Так, Oriflame, ба-бам. Я не знаю, помните вы или нет такую серию, вернее такой гель гигантский, серия Discover, 750 миллилитров. И вот как-то они были последний раз в распродаже по 159 рублей, а со скидкой, понимаете, что еще минус 20%, я набрала их штук 5. Но в основном их использовал Манечек, наш пес, потому что ему в каждый день 2, а то и 3 раза приходится мыть лапки или купать его целиком, когда он грязный приходит с улицы, поэтому на него идет большой тоже расход гелей, а мы не покупаем специализированные, потому что сколько раз мы их брали, мне так они не нравятся, то есть даже вот мы просто купали собаку специальным шампунем профессиональным из зоомагазина, отвратительно просто, мы брали разные варианты, мне не понравилось. А даже если просто помыть нашим гелем, не шампунем, а гелем шерстку, она мягкая, пышная и в общем-то отлично промывается, поэтому мы используем все время гели, которые вот бывают большие объемы или в распродаже. Сейчас вот идет серия Vita Keo по 79 рублей гели, я тоже их набрала, потому что это очень выгодно, по 250 миллилитров, такая классная цена, со скидкой еще выгоднее получается, и можно также и поделиться с собачкой. Так, далее гель для интимной гигиены, это, по-моему, успокаивающий, да, это успокаивающий гель. Мне очень нравится эта серия, и я их все время чередую, беру зеленый, розовый или голубой, все они мне нравятся в равной степени, классные гели, 300 миллилитров объем, с ними очень комфортно, я, честно говоря, даже не представляю сейчас, чтобы вот интимные места купать мылом, нет, настолько уже привыкла кожа и тело к комфорту, к такому уходу классному, то что менять точно не будем. Так, это для волос кондиционер из серии Мед и молоко, какой клевый дизайн, смотрите, просто вот прекрасная удобная упаковка, такая обтекаемая форма бутылочка, выглядит симпатично даже более, смотрите, как крышка классно сделана, нажимаем, ой, вот в эту сторону, открываем, и крышечка открыта, закрываем, открываем. В основном им пользуется дочка, у нее очень сухие кончики волос, и она обожает эту серию медовую, чтобы восстановить кончики, напитать. Эта серия идеально подойдет для обладательниц сухих волос, ломких, у кого бывает вот зуд, кожа чешется, да, вот прям сухая кожа,
Это очень мягкий, сбалансированный уход. У кого жирные волосы, жирная голова, не пойдет однозначно. Я не знаю, почему я сказала жирные волосы, потому что голова жирная, жирнятся волосы. Волосы не могут быть там жирными, да, или не жирными. Так, этот крем, его уже, к сожалению, сняли с производства, серия Essentials с кокосом и алоэ. Этот крем универсальный для лица и тела, но мы, конечно, использовали его для тела. Я не люблю такие миксы, что и лицо, и тело помажете, никогда вообще, даже не пробую на лицо, мне кажется, это неправильно для лица. Все равно здесь кожа на лице, она абсолютно другая, чем кожа на руках или на спине, как можно их сравнивать. Поэтому вот для тела просто невероятно приятная продукция, аромат классный. И, к сожалению, уже нельзя заказать, но остались приятные воспоминания. Съели коробку батончиков шоколадных, я их очень люблю. Я ягодные попробовала и шоколадные, поняла, что ягодные — это вот, ну, не мое, там они с кислинкой идут, немножко такие забавные, а вот шоколадные, вот просто они, главное, не сладкие. И вроде бы ешь, но невкусно, нет такого, как конфетку, там, какая вкусная конфетка. Но я его ем и понимаю, что мне очень нравится вкус, и я хочу еще откусить, я хочу еще. И вот эта вот натуральность и немножко вот даже шоколад такой вот прям с горчинкой, слушайте, это такой кайф, я бы вот их ела целыми днями. Ну, если бы они стоили, да, еще подешевле, я их брала по распродаже, две упаковочки взяла. И, конечно, мы их все быстро раздербанили, в дорогу брали, дочке отдала туда-сюда, и это очень классно, очень вкусно. Когда будут со скидкой, конечно же, еще закажу. Гель-тоник серии Novage. Вот для меня это, ну, вообще какой-то фантастический продукт, один из моих любимых в Oriflame, потому что именно с ним я испытываю вот невероятное удовольствие, когда я умываюсь. А умываться мне приходится как минимум два раза в день, утром и вечером. И, кстати, я сейчас немножко перестроилась, я утром умываюсь пенкой для чувствительной кожи, которую мне тоже прислали на обзор, серия Novage, она такая классная, мягенькая, легкая. А вечером, когда у меня нужно смыть море макияжа, да, вот кучу косметики, здесь тональная основа, румяна, пудра, я умываюсь гель-тоником. Вот для меня почему-то вот как-то так комфортнее делать. Может быть, для вас тоже это будет очень удобно. Кстати, классно, что здесь дозатор есть, вот так покрутили, да, выдавили сколько нужно. И у него очень маленький расход, надолго хватает, очень надолго, невероятный продукт, кожа настолько комфортна с ним. Красочка, кстати, красилась вчера или позавчера, ну вот на днях прям я сделала окрашивание. Слушайте, как я люблю эту краску, за то, что я могу просто дома без чьей-либо помощи сама сделать классное окрашивание. Конечно, я не делаю каких-то сложных переходов, как могут сделать профессионалы или эмилирование. У меня однотонное ровное полотно, и меня это вполне устраивает. Пока ничего менять не хочу, хотя иногда бывают такие мысли, сделать цвет холодным. Мне кажется, мне будет хорошо, но главное, если ошибиться и пересерить, да, сделать более серым таким металлическим, то мне будет, наверное, плохо. А вот какой-то вот просто холодненький, вот потому что глаза серо-голубые, и мне кажется, холодный был бы тоже прикольный. Как вы считаете? Ваше мнение тоже интересно. Но пока пользуюсь оттенком 9.0, он меня устраивает, качество краски великолепное, сами видите, какие блестящие, классные волосы, они такие напитанные, такие ухоженные, хотя по идее светлая краска с осветляющими компонентами, она подсушивает волосы и делает их более какими-то хрупкими и ломкими. В этом случае с этой краской такого не происходит, волосы всегда шикарные. Так, для волос еще закончился кондиционер. Эта серия называется Climate Control, она идеальна для вот как раз зимы,
потому что зимой идет статическая статика, волосы электролизуются, на улице холодно, в помещении жара, волосы пересушиваются. Вот климат-контроль, он помогает сохранить как раз этот баланс, чтобы волосы не подвергались такому большому стрессу. И в любом случае, когда вы выходите на мороз, если у вас волосы длинные, уберите их под шубку, под пуховичок, чтобы они не были на морозе, потому что мороз — это однозначно не полезно для волос. Вы сразу-то не увидите, что ой, волосы от мороза переморозились. Нет, этого вы не увидите, но потихоньку, да, негативные факторы влияют, и в какой-то момент вы скажете, что-то волосы какие-то плохие стали, надо отрезать, и отрезаете. А я вот ращу, хочу вернуть свою длинную косичку, а я надеюсь, у меня это получится. Гель для душа, кстати, гель, он у нас был, по-моему, в прошлом году, к 8 марта. Такой классный дизайн, вот красивая картинка, сочетание вот всех цветов. Единственное, мне показалось, здесь черная крышка очень резко смотрится, я бы взяла какой-нибудь бордо оттенок, чтобы это было еще более нежно и женственно. Но вот сам аромат мне не очень, ну он как-то вот сильно цветочный, я не очень люблю ароматы, но сам гель был, конечно, очень классный. Гель, по-моему, гель-крем даже, а нет, просто гель для душа. Его использовала в основном дочка. Я попробовала пару раз, говорю, так, у меня есть мои любимые с натуральными эфирными маслами, я ими пользуюсь. Кстати, мне очень нравится гель Discover. Витаки я тоже беру. Или я могу купаться просто жидким мылом. Вот это мыло жидкое, шикарное, серия мед и молоко, 300 миллилитров, да еще и с дозатором, то что очень удобно. Оно такое плотное, густое это мыло, и его достаточно вот одну каплю на мочалку, оно так вспенивается, и такой аромат потрясающий. Все-таки медовая серия, она вне конкуренции, мне кажется, она вот, ну, всегда будет на пике популярности, и редкий человек скажет, что-то мне не нравится, я не люблю мед. Ну, бывает, конечно, но не так часто, как бы думали. Маска такая разрезанная, маска скраб 2 в 1, чайное дерево и лайм. Какая она крутая, эта маска, вот просто крутая. Во-первых, ее можно использовать как скраб, то есть намочили лицо чистое, сначала гель-тоником умылись, берете эту маску, начинаете делать массаж, а там легкие отшелушивающие частички и очень хорошо полируют кожу. Конечно, для взрослой кожи это уже не полезно, но так приятно, я иногда делаю скраб. А еще эффект более крутой, если взять, нанести и оставить на 10-15 минут в виде маски. Только не давайте ей высохнуть, то есть, ну, сбрызгивайте с пульверизатора водичкой, не давайте ей высыхать, чтобы вот кожу не вредить, потому что раньше мы думали, что наоборот, чем она лучше высохнет, схватится, тем лучше. Оказывается, это не полезно для кожи. Вот если вы подержите ее 10-15 минут, а потом смоете, какая кожа! Во-первых, она осветляется, она вот прям реально становится так, визуально сияет и чище цвет, то есть на тон светлее, а то и на 2 тона, и она вот просто чистая, все поры чистенькие, и они все светлые становятся, поэтому лицо идеально ровное, чистое, свежее. Так, эта дочка отдала тушь для ресничек. Вы знаете, это какая тушь? Ее сейчас нельзя заказать. Это тушь с эффектом термосмываемая тушь. У нее очень классная кисть. Ее, когда наносите на реснички, а потом умываетесь, то есть вы можете нырять с ней в море, в бассейне, даже в баньку сходить. Она не смывается, не отпечатывается, не смазывается. Но если вы сильно теплой водой ее смачиваете, то она снимается с ресничек как одежда. Такая волшебная тушь. Я не знаю, почему ее сняли с производства, потому что она самая крутая. У меня 2 новых лежит. Я на Новый год 1 Лере уже отдала, ну, подарила. И еще 2 у меня в заначке, потому что она ее очень любит. И она, ну, просто ее обожает. Она говорит, мама, как я без нее буду жить? Я говорю, так, пока живем, пока ее хватит на какое-то время. А мой любимый скраб.
Мне кажется, это самый дорогой скраб, которым я пользовалась, серия Swedish Spa. Он самый лучший, он мне идеально подходит, в нем много масел и приятная масса, вот, которая пилинг делает коже, и масла. У меня сухая кожа, и после этого скраба, а еще он так пахнет, ой, вот просто обожаю его. Кожа становится как у младенца. Вот за счет того, что пилинг убирает мертвую кожу, масла напитывают, и не надо сильно вытираться после этого скраба, нужно просто промокнуть тело, даже оставить немного влагу, чтобы она впиталась в кожу вместе с маслами. Такое тело, просто, девочки, мальчики, попробуйте, это для всех, нет разделения, что это женский скраб, нет, для всех подойдет, он просто чудо. И этот скраб взял премию Эвертс, по-моему, да? Или Фифи? Нет, Эвертс. А, это очень крутой скраб. Так, далее. Ого! Две зубные пасты еще в старой упаковке. Кстати, я сейчас пробую пасту травяной комплекс и для чувствительных зубов в новом формате. Мне старые нравятся больше. Я не знаю, почему. Вот, то ли я уже привыкла, столько лет у нас были эти пасты, одна гель-паста, вторая отбеливающая, они ну невероятно классные, просто чудо. Сейчас они немножко другие, такое ощущение, что как будто бы вот травяной комплекс, она стала чуть-чуть мягче, а мне нравилось именно, что она такая рисковатая чуть-чуть, вот такое ощущение, что генеральная уборка просто во рту произошла. А сейчас она как бы более мягенькая такая. Ну попробуйте, я честно еще не поняла, я хочу все пасты перепробовать, и многие пишут, что новые им нравятся больше, но это вот настолько все индивидуально, кому-то больше эти нравятся, кому-то эти, надо пробовать. Пасты в Oriflame в любом случае крутые, я только ими и буду пользоваться. Закончился крем. Ой, мой волос, сейчас уберу. Крем для тела Love Potion Midnight Wish с ароматом засахаренной вишни. Это тот самый крем, есть еще такой же аромат, он у меня тоже есть, который переносит меня в кофейню, кофе и шоколад. Вот я прям глаза закрываю, вдыхаю этот аромат, и я оказываюсь осень, я в пледике сижу, у меня тут кофе, пирожное шоколадное с вишенкой. Это такой крем крутой. Летом я им не могла пользоваться, он тяжеловатый. А вот когда холода пришли, ну, просто вот в удовольствие, потому что это очень приятное ощущение. И запахи для меня, они все время ассоциируются с какими-то либо событиями, либо местами, либо дают мне какое-то определенное состояние. И вот очень приятно после душа вечером перед сном нанести такой крем, и вот он просто так вот обволакивает уютом, теплом и согревает. Так, что еще здесь есть? Так, закончился крем Novage для кожи вокруг глаз. Обожаю коллаген Wrinkle Power. Он с дозатором. И он творит чудеса с кожей вокруг глаз. Просто кожа не стареет так быстро. И вы видите состояние моей кожи. Я сегодня посчитала, через 4 месяца мне будет 48 лет. Как так? Но вот благодаря этой серии мне удается поддерживать более-менее ровный контур лица, нет таких вот морщин, мимических морщин, нет этого состояния обезвоженности, то есть у меня кожа в таком хорошем качественном состоянии, я ей очень довольна. И недавно как раз общалась с девочкой, которая делает массаж лица. Кто смотрит мой инстаграм, наверняка видели, у меня даже пост есть на эту тему. И она просто не верит, что мне столько лет, и она видит, она говорит, я вижу, что ты не ходишь к косметологам, это сразу видно, когда девушка бывает у косметологов, делает какие-то процедуры, и когда не делает. И она говорит, я вообще в восторге. Она сразу заказала себе набор Novage для чувствительной кожи, потому что она говорит, я тоже хочу, чтобы у меня лицо всегда было таким классным и молодым. Да, это, кстати, ночной крем. И вот он закончился, просто вот все, вчера последние капельки все вытащила и открыла сразу Ultimate Lift. То есть я решила сейчас перейти на серию, тоже Novage, которая работает именно с контуром, то есть она подтяжку делает лица, укрепляет
лицо, да, то есть оно становится более ровное. Раз в год я обязательно делаю комплекс Ultimate Lift. Вам тоже рекомендую периодически переключаться на другие комплексы, чтобы у вас лицо получало другие стволовые клетки, другую задачу решали, потому что иногда хочется, чтобы лицо сияло. И вот когда я летом пробовала серию как раз Skinergize, она дает именно сияние, и у меня просто лицо было такое розовое-розовое, как у девушки молодой. Тоже это же приятно и очень даже хорошо. Закончился бальзамчик. Это не мой, это отдал, наверное, Миша с Манго. Да, бальзам с Манго, его сняли сейчас с производства. Ой, как пахнет вкусно. Но ему так он понравился, чтобы вот кожа губ не лопалась, нужно либо смягчающее средство использовать, либо гигиеническую помаду, либо вот такие бальзамы. Очень прикольно. Так, здесь целая пачка у меня масок всевозможных. Так, использовала маску восстанавливающую тканевую, серия Novage. Но я периодически делаю маски. В основном, конечно, у меня маски в тюбиках, но я иногда люблю и тканевую сделать, чтобы поддержать лицо. Еще раз сделала восстанавливающую маску. Два раза. Так, два раза делала патчи вот такие вот. А, кстати, у меня еще упаковочка. Ну ладно, теперь в следующий раз положу. С киви патчи же я тоже использовала. Патчи с гиалуроновой кислотой, офигенные, просто классные. Единственное, мне кажется, дорого они стоят, но они того стоят. Они убирают вот эти все отеки, припухлости, мимику разглаживают, они очень хорошо работают. Два кусочка мыльцев использованы, один серия Discovery, ягоды, как называется, Камчатка, забыла, как называется, как переводится. И второе мыло в виде печенки. Это просто классно. У нас приезжали дети, они им постоянно мыли руки. Постоянно: как классно, это же печенка из мультика. Я говорю: да, да, да. Им очень понравилось. И мне нравится, как упакована сама вот дизайн упаковки. Очень праздничный, классный. Больше всего покупали именно эти наборы на Новый год. Там крем для рук и мыло. Вот разбирали, я не знаю, сколько у меня, штук 30, наверное, было, все расхватали. Так, и что-то здесь еще. Угу, эта дочка отдала подводка. Серия Very Me, еще Very Me, уже, наверное, старенькая. Кстати, она еще даже не закончилась, но уже, наверное, по сроку годности пора ее давно выкинуть. Да, поэтому выкидываем. Следите, кстати, за сроком годности, где его посмотреть. Например, берете баночку. И здесь есть такая буква EX1123. Это значит до 11 месяца, это до ноября 23 года. То есть 23 последнее это год. Сейчас на 22, то есть еще в следующем году. Например, скраб берем здесь 09-23. То есть EX это нам не нужно, а вот 09-23 это значит сентябрь 23 года. Срок годности. Но если вы баночку открыли и начали пользоваться, то с этого момента тут есть еще такая картинка, баночка с открытой крышечкой, и тут, например, написано 12 месяцев, вот тут написано тоже 12 месяцев, а есть некоторые продукты, на которых написано 6 месяцев, тут тоже 12. Ну, в общем-то, не знаю, но какие-то есть продукты, на которых есть, что, кстати, а здесь есть такая штука, а здесь нет, потому что открыли, сразу надо использовать. Вот смотрите, то есть 6 или 12 месяцев надо использовать, больше пользоваться нельзя. И это еще не все. Пачка Wellness пустая с инструкцией, Wellness Pack, женские витаминки, закончилась одна упаковка. И мужские витамины, здесь комплекс мультивитамины и минералы, 60 таблеточек в этой упаковке Миша закончил, и баночка астаксантина. Кстати, в следующем каталоге астаксантин будет по акции, по хорошей скидке, и я обязательно затарюсь, потому что мы сейчас кинулись, ни одной баночки не осталось, у меня такого давно не было.
Но активно кушали астаксантин, особенно когда мы ездили в дорогу, мы каждый день пили 2, а то и 3 штуки. То есть если я чувствовала, что там сильно устала, или вот как-то состояние такое вот, ну не то что заболеваешь, а как-то вот, ну непонятное какое-то, я пила 3 штуки, потому что это полезно для организма, дорого, конечно, но зато полезно. Вот, так что рекомендую всем пить wellness, это очень полезно, поддерживает наш организм, здоровье и красоту. Кожа, волосы, ногти, все в отличном состоянии благодаря правильному питанию клеток. А клетки наши питаются из еды. А если еда неполноценная, то, соответственно, нам нужно что-то дать дополнительно, чтобы клеточки все получали, что им нужно. На простом языке, да, на пальцах объясняю. Вот столько всего мы использовали за декабрь месяц. А у вас сколько получилось? Считает кто-нибудь? На самом деле это очень стало для нас интересно. Я раньше все время сопротивлялась и говорила, да зачем это надо? Да кому нужны эти пустые баночки? А оказывается, ну действительно интересно послушать, что использовала, что понравилось, что не понравилось, там что-то я буду повторять или нет. Но, например, из этого что я буду повторять? Вот этого крема уже нельзя купить, но я бы и не стала, потому что все равно он для меня на постоянной основе тяжеловатый. Потом нет, я бы все повторила отсюда. И в общем-то здесь такие продукты, которые они и идут из месяца в месяц, они переходят в основном-то в гигиена, и то, что нравится, мы все время это перезаказываем. Вот декоративная косметика, она очень редко заканчивается, маленький расход, маленький, поэтому. А вот жидкое мыло каждый месяц 1-2 флакона уходят, потому что постоянно моем руки, да, мыло постоянно летит просто вот упаковками. Я вас благодарю за внимание. Если это видео полезное, пишите в комментариях, пишите отзывы, обратную связь, делитесь, какие у вас любимые продукты, чем вы больше всего пользуетесь, что вы постоянно заказываете в Oriflame и почему. Это тоже интересно. Я вас заранее благодарю и всего вам доброго и отличного настроения. Пока-пока!